Let's listen to new intercepted phone calls today. By the way, guys, thank you for your feedback regarding my previous video. I've considered everything and so I decided to stick to my old format, but this time I'm gonna try to give you as much additional information about the calls as I can. So without further ado, let's jump to really fresh intercepted phone call that was caught less than a week ago. Let's listen to it and then I'll give you some additional details. Вчера тут это тоже он при это Костомукшинский убит со своего, который 27 сентября забрали. Парни, говорю, это, ну, четверо человек там привезли. Ну, видно, парни, наверное, намыли там, когда вот в этих банях-то про Ваньку, когда я рассказывала, есть. Петрозаводска, совсюду там, с пряжи, еще откуда-то. Четверо человек, Костомукши. Гунин или что-то такое, или Гурин. Пробыли почти год сейчас, всех на горячую точку. А Валерий вообще сказали, ну, ихней части, что с 1 сентября начнем распускать. Оружие начинаем все сдавать, сидим месяц без зарплаты, будем потихоньку по одному вывозить. Типа их контракт закончился, ну, СВО, не эти контрактники. Как сидеть без оружия? Но как сидеть без оружия, сдавайте, и зарплаты не начислять будут. Ну, то, что на 2 года тебе сказали идти, ты мне тоже не говоришь. Молодец. Ну, они понимали, что на мясо отправляют, конечно. Андрей. Но, да, Катанька тоже вчера звонила, говорит, это, представляешь, этих детей везут. Куда везут, непонятно. Короче, видно, в эту казарму большую привезли. А в основном одни зэки. Детей вместе с зэками. Они пьют, эти зэки, там, что творят. Вообще просто, куда что везут, вообще непонятно. Детей 18-летних, что творят, уроды. So I did some research and was able to identify that guy from Костомукша, who was unalived in Ukraine just recently. Here he is, it's Pavel Rapeyko. Literally today there was a funeral reception in memory of Pavel in the local Костомукша restaurant called OK. And by the way, Костомукша is a little city located near Finland, more than 1600 kilometers from Ukraine. So why the hell did that guy risk his life and lose it in Ukraine then? Probably he was playing a good citizen by accepting the summons on September 26. It's his summons that he received in 2022. And then after saying goodbyes to his family and friends on September 27th, he went to Ukraine, and less than a year later, he's no longer alive and he'll be remembered in the world history as Russian invader. That's it. That's the story of Pavel's life. Now let's listen to the next call. Вступление у вас вооружений нет, ребят. Вступление может быть. Угу. Чем собрались? Хапьем полку и ваши люди. Ага. Сидите, рот закройте свой. Автоматов-то нет. Что на поле-поле. На этом подберешь. И воюешь. Нет. Нормально, да? Да. Да, у нас берешь такое вооружение. Ага. А какое? Как бы свалить, да хоть бы отпустили бы уже, чтобы реально назад не ехал, блин. Да, сейчас он отпустил. Ну, рапорта написали, ждем, как подпишут. Да, видишь, сами тупанули, надо было не ездить, не за этим, блядь, повестками. Сейчас-то, видишь, все гасятся, не хотят повестки получать, то мне... Все равно получат, какая разница.
Ну, я тоже думаю, что не отмажешься, да. Сейчас-то в полицию приеду, да, заберу. Ну, все. Ну, да, с девчонкой разговаривала, она... У нее два пацана, ну, два ребенка. Она говорит, я, говорит, уже, говорит, им справки рисую, говорит, чтобы нахер в армию нельзя. Не, я говорю, приеду просто проведу, да и все, и спускайся, прокуратуру пишут, они себе пиздец. Ну, а пацаны, что, многие, которые не возвращаются? Он вообще, он был 4 месяца, он 4 месяц пошел. Ты не возвращаешься? Нет. По дому сидят, кто даже не знает. Ну, так зато живые, блядь. Да? Да, да вообще, ну дадут мне условно срок. У меня нету ни кривода. Ну. Ну, смотри сам. Понял, блядь. Ну, правду расскажу. Как тут твои без патронов здесь военные. So while some Russian units hear the rumors about going home, others hear the talks about new Russian offensive campaign this fall. So it's unlikely that someone will just let go Russian mobilized soldiers or contract soldiers. It just sounds unrealistic, to be honest. Anyway, that's it for now. Thanks for watching. Please support this video with like, comment, and subscription. Thank you for this. I'll see you soon, and goodbye to y'all.